так начинается двухдневный визит делегации из Татарстана. Считанные часы до открытия Astana Finance Days, международного форума глобальных финансов. Особый акцент в этом году сделан на исламскую экономику. Рустам Миниханов, ведущий спикер пленарной сессии. Казахстан по многим направлениям он является лидером, и мы очень много для себя перенимаем и потом воплощаем уже у нас в республике. Традиционное утреннее фото из инстаграма Рустама Миниханова – это встреча с премьер-министром Казахстана Бахыджаном Сагынтаевым. Встречу принимающая страна называет началом реализации достигнутых договоренностей. Речь о миллиарде долларов товарооборота между республиками. Именно об этом говорил во время недавнего визита в Казань Нурсултан Назарбаев. Я думаю, Рустам Миниханович, это вполне достижимая цель – 1 миллиард долларов. И мы должны уже в течение буквально срочного периода решить эту задачу. Все наши крупные компании, такие как Татнефть, группа компаний ТАИК, как КАМАЗ, наша судостроительная группа, значит, все они представлены здесь, и, конечно же, мы нацелены, с одной стороны, на вхождение более активно на казахстанский рынок, но, во-вторых, мы тоже очень делаем серьезную платформу для вхождение инвесторов. Бизнес, наука, инновации. По словам президента Татарстана, в республике готовы сотрудничать по всем направлениям. В частности, по созданию международного финансового центра «Астана», где в будущем будут прорабатываться общие проекты Казахстана, России и Китая. И центр финансов Евразии от Татарстана будет отделять всего 2 часа на самолете. Рамиль Шайдуллин, ТНВ, Астана.